Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. Спонсор прогноза погоды – акционерное общество «Народный банк Казахстана». Морозная и солнечная погода без существенных осадков ожидается в эти выходные. Явно ощущается приближение зимы. Температура в дневные часы в среднем минус 8-10 градусов. Ночи будут значительно холоднее, столбик термометра опустится до минус 14-18 градусов. Юго-западный ветер со скоростью 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление высокое, 728 миллиметров ртутного столба. Самым, пожалуй, неприятным погодным явлением будет гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. Такая же морозная погода сохранится и на следующей неделе. Днем прогнозируется минус 3-7 градусов, ночью минус 11-16 мороза. К концу недели морозы начнут отступать, температура будет днем минус 1 градус, ночью минус 6. Переменная облачность, возможны осадки. Ветер восточный, юго-восточный 4-8 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Акционерное общество «Народный банк Казахстана» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на Пятом.